термический источник. Блин, такое сооружение, ничего построено. Халявная вода, тепло. Люди купаются в теплой воде. Ничего не угрожает им здоровью. Блин, просто повезло, просто клад нашли. Искали серебро, нашли золото. Вот. Могли бы, конечно, получше привести все в порядок. Но как бы некогда, нужно деньги. Ну, более-менее, наверное, в советское время было построено. Более-менее там все это просчитано. Как бы инженерами, как и делать. Что еще даже не надо. Насосов. Все самотеком. В разные бассейны, разные температуры. Все. Короче, молодцы, понравилось очень. Абхазия меня второй раз удивила. Первый с пещерами, тоже халява от природы. Это еще халява вдвойне, тоже ничего. Местные купаются бесплатно. Ну, с туристов по 300 рублей берут.